Губернатор области Александр Цибульский возглавил попечительский совет благотворительной организации «Три единства». Она занимается поддержкой детей и людей с онкозаболеваниями. Благотворители из-за ограничения в ресурсах не могут помочь всем нуждающимся. Глава региона поручил Минздраву организовать «Три единства» как государственно-частное партнерство. Я здесь никогда не буду, значит, не давить, не предлагать свои управленческие решения. Я абсолютно здесь готов быть только вашим помощником. И там, где вопросы есть, которые требуют моего решения, я готов абсолютно искренне вам помогать. 17 случаев на 100 тысяч человек – такова статистика онкологических заболеваний у детей в регионе. При этом показатели выздоровления высоки, а уровень смертности в два раза ниже, чем в среднем по России.